На улице Таежной разбит асфальт. Ямы остались от тяжелой спецтехники, а под дорогой проходят системы водоснабжения и канализации. Предприниматель Игорь Бак строит здесь 4 жилых дома. Станичники возмущены, так и до беды недалеко. И если сейчас канализация будет отключена или завалится, она уже на ладан дышит, то сточные воды хотя бы сантиметров на 20 подымутся, они уже будут в подвалах у людей. А там же газовое оборудование. Дети выходят на дорогу, ездит этот трактор, летит, машина летит, хватаем мы этого ребенка. Мы просто уже боимся за свою жизнь. Вот и все. И за жизнь своих детей и внуков. Есть еще нарушения. Мусор строители складывают на прилегающей территории. Сама стройка без ограждения. Оборудование для мытья колес спецтехники не установлено. Специалисты управления муниципального контроля привлекли застройщика к административной ответственности по нескольким статьям. На момент осмотра было выявлено несколько нарушений. Собственник данных строений был приглашен для беседы в управление, где на него будут составлены административные протоколы и предложено устранить в кратчайшие сроки данные нарушения. Если застройщик не устранит нарушения, администрация города обратится в суд.